имеет свой смысл, свою форму. И то же самое это все в звуковом виде, это некое такое, да, шаманство, некое такое лечение, хилинг, как можно сказать, там есть излечение. Но если просто переводить текст, там просто рассказывается о судьбе одинокого человека, если вы говорите о песне, да? Но сам звук этот горловой, он, конечно, имеет очень древние, да, корни. И изначально, конечно, мы сразу задумываемся о каких-то природных свойствах этого звука. Потому что наш голос, человеческий голос, уже настолько стал утонченным, и со временем, в течение какого периода мы вообще все разговариваем, вообще человеческий. Это какая-то основа такая. Именно раздельно, когда мы стали разговаривать. То есть это мы стали вычленять и делать из этого некую форму, искусственно придуманную, да. А горловое пение, оно имеет некие другие, конечно, стороны. Древние корни более. Да, может быть, это древние корни, может, но все тут в каждом человеке есть. У вас тоже есть вот эти горловые звуки, но просто мы им не пользуемся никогда. И почему сразу возникает ассоциация, потому что все-таки древние религии, древние вот эти песнопения, это все это наши корни. И мы сразу вспоминаем, через этот звук, наверное, вспоминаем свои древнейшие корни. Просто надо посмотреть, что там у вас было в корне. Может, у вас тоже были шаманы какие-то. Это через какие-то сотни поколений начинают возбуждаться у вас при слышании этих звуков. Да, наверное, да? Позвоночник, когда будет вибрация. Что? Для позвоночника вибрации или головой пение. Позвоночник? Да. Знаешь, позвоночник, больно. Излечивается сейчас. Дай мне дом. Да, вот я за ним и иду. Yeah.
и закончим. Значит, будет продолжение. В том зале будет мастер-класс по головному пению. 8 часов. Спасибо большое. Спасибо. У нас есть там даже книга.